نعم، أيضا من الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. Третьим столпом ислама шейх говорит, у нас является выплачивание заката. نعم. والركن الرابع صوم رمضان. Четвертым столпом является пост в месяц Рамадан. وإذا حاضت لا تصوم لكن تقضي الصوم. И если у нее начинается хайф во время Рамадана, то эти дни она не постится и после Рамадана восполняет пропущенное. И пятым столпом является совершение хаджа к дому Аллаха, у кого есть на это возможность. Мы должны уделить большое внимание этим пяти столпам, потому что это то, на чем строится ислам, на чем построен наш ислам. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. يا الله وبتنبيه دم لطشي وصلى الله وسلم على نبينا محمد.